Вот такой вот Жоров Жорыч в лесу у реки будет на шоколад ручной работы. Стоит только подняться повыше. Парк. И найти укромное место. Открывается, запечатан герметично. На вид он вообще интересный. Здесь вот такой вот шоколад ручной работы. Прикольный. 120 килокалорий, написано не более 120 килокалорий в этой шоколадке. Ну, ее можно даже без кофе. Прикольная, оригинальная, но сказать, что это прям вау шоколад. Ну, интересно. С лимоном и имбирем. Прикольный Жора Жорыч. Необычный перекус. Зря я ее нес в кармане некоторое время. Этого не нужно было делать. Она здесь немного потекла. Хотя форму не поменяла. Я уже наелся, и она почти закончилась. Ну вот и все. Здесь у нас было масса нет, 20 грамм. Прикольно. На Турист Факторе. Все бумажки выбрасываем, исключительно мусор. Поэтому всем пока. До очередных Жоров Жорычей. Подписываемся на канал, ставим лайки и оставляем свои комментарии.